Грибники сорвали учения американских танкистов в окрестностях польского города Жагань. Об этом сообщает немецкое издание Der Tagesspiegel. Местных жителей не остановили даже плакаты на временный запрет. Сейчас в Польше в рамках спецоперации развернута американская бронетанковая бригада. Ее численность 3500 человек. Сами же военные отметили, что стрельбы пришлось отменить, в том числе из-за плохих погодных условий.